Я не знаю, сейчас посмотрим. Смотри-ка, что он делает. Какие деталечки у него тут. Такая прелесть. Интересно? Ух ты, класс. Так, Максу не мешать. Милашка, линяшка, симпатичный. Да, у Макса тут, конечно, вау. Так, это мы будем делать завтра. Это у нас слаймики, это печеньки. О, вау, это нам сейчас на завтрак будет, да? Что-то тут мусора много возле елки. Это что? Это нам тоже на завтрак. Наши любимые. Кешью. Фисташки Макс обожает. И сухофрукта. Дальше что у нас? Да, все обожаем. О, конфеты уже начаты, да? Вижу уже пустую бумажку. Значит, там конфетки. Пазлик на 500 штучек. Специально Ди Натали для вас. Вау. Нравится, да? Окей. И пледики еще ваши посмотрим. О, пледик. Какой мягенький. Класс. Застилаем, и у нас настоящая Наталья. Настоящее Рождество. Класс. А я не знаю, где ты свою колёбку поставила. Куда-то тут? Не знаю, не видела. Так, застилаем. И где пледик? Вот тут. Сейчас найдем, Эльзютка. Вот так. Так? Чего не так? Чего на другую сторону? Вроде бы. Не знаю, что-то квадратный. Ну, в общем, это Наталья. А, класс. Ага, носки большие. Маме с Максом. Ух ты, Наталья. Ну, вы свои носки тоже уже получили, да? Да. Вот. Это мамины. Хорошо, сложи. Они новые. Сложи. Дай подсохнуть, Макс. Класс. Оставь пока, зайка. С Максом себе возьмем. Ну, ты моя умничка еще и завернула. Браво. И второй заверни. Браво, умничка. Вот так. И запихала. Закрывай. Все посмотрела. Все подарки, да? Довольная? Мне мои запятки. Сейчас найдем, солнышко. По-моему, кто-то уже счастлив. Отправился обратно в постельку, да? Вон Наталья, детки мои. Кажется, детям нравится. Изюта, что творишь? Ну, кучку. Эй. Слаймики, я люблю слаймики. Боже, бешеные дети. Я тоже давно 10 пальчиков. Ого, ого, ого. Вы мне дадите мою хоть инструкцию прочитать? Вы две? Нет. Как это нет? Просто это как делать слаймики. Да, ну так надо же прочитать инструкцию. Что у тебя тут? Ого, ого, сколько тут всего. Мучука официальный. Обалдеть. Ага. Да, это слаймик. В него засовываешь какой-то из этих порошков или игрушечек. Ух. Вот эти вот самые прикольненькие, как по мне. А это какая прелесть. Что ты сделала? Ты уже насыпала? Да. Эльза, ну ты чудо прям. О, лаборатория смайликов. Слаймиков, извиняюсь, слаймиков. Да, я
О-о-о! Только и слышно. О-о-о! Что делаю? Что ты делаешь? Я ставлю. Ты довольная, по-моему, очень. Я тоже. Ты тоже очень довольна. Я рада. Пьяно, пьяно, медленно, потихонечку мешаем. Я получаю тут мешать. Туда можно добавлять вот эти порошочки, Диана. Только надо их распечатать. Я распечатала, Эльза, твой не успела. Могу помочь? Конечно, можешь. Это ж твое. Эльза, что ты там уже сделала? Перемешивай его, перемешивай. Так, а бутылочка где, Эльзют? О! Потеряла? Вообще-то она куда-то спряталась. Ну нельзя же ж так. А ну, давай ищи свою бутылочку. Я еще не хочу ставить. Вот она, ставь ее на место. Умничка. Милашество. Давай мусор сюда. Открывай. Так, эту картонку, штучку не потеряй, потому что ей ее надо будет закрывать. Вот это да! Когда-то вы пальчиковыми красками рисовали, а теперь вон слаймы делаете. Жуки хитрые. Да, это вы первый раз делаете слаймы, да. Можете его надо крутить? Эльза, как ты открывала бутылочку? Крутила? Посетите. Да, подождите. Крутила, да? О. Да, ты крутила. Не так. Крутила. Там. Там, ага. Сейчас.